Гитару нормально слышно? Меня зовут на самом деле Дима, а кличка Пайк. Вот, я из Нью-Йорка, занимаюсь панк-роком или просто панк-музыкой. Мальчик проснулся в комнате мертвых, сел в грузовик и поехал на Блядки. Небо покрылось красной коркой, днем расцветало большое проклятие. Холодно было, утро настало, были перила все из металла, и протекал потолок. Мальчик до нитки промок. Больше не будет маленькой спальни, справа молчание обиженных женщин, слева дыхание расплавленной стали, север становится меньше и меньше, только лягушки в черном болоте и алкоголики в желтой блевоте знают секретный пароль. Я получил эту роль. Мальчик несется на крыльях пожара, метал мажорно скрипит на колесах. Эта планета давно стала старой, вместо того, чтобы вырасти взрослой. Милый ребенок, маленький корень, вырастет в поле дерево горя. Дядя идет на войну, муж ненавидит жену. Старенький дедушка скоро умрет от рака прямой. От рака прямой в кишки. Спасибо. Ты в Монреале первый раз? Да, в Монреале, вообще в Канаде первый раз. У тебя есть действующий бэнд? Бэнд есть, но там нет музыкантов пока. Вот. Как называется твой проект? Вообще, я начинал в группе «Поведение Неуд». Это была одна из первых панковских групп Нью-Йорка. Вот. А теперь я создал еще одну группу, более такого электронного направления, «Кооператив Звезда». Вот я сейчас в ней занимаюсь в группе, пишу песни там. Я пока единственный музыкант. Авдотья Никаноровна играет на трубе. Авдотья Никаноровна участвует в борьбе. Покрылась пылью лампочка, потрескались полы. На ладан дышат тапочки, трусики малы. Искусство — это способ жить, не ожидая чудес. Искусство — это способ строить свой мир, используя то, что есть. Искусство — это способ смотреть на людей, не закрывая глаза. И если тебе это грустно, то это уже искусство. Поликарпович умеет танцевать. Игнатий Поликарпович не любит сочковать. Ботиночки начищены до блеска у него. Он кроме тех ботиночков не видит ничего. Искусство — это способ ждать, когда все вокруг спешат. Искусство способ держать в карманах дохлых мышат. Искусство — это способ считать свою жизнь одним из возможных снов. И если есть какое-то чувство, то это уже искусство. Маланья Ферапонтовна идет кормить дроздов. Потом поест окрошечки, чтоб было веселей. Пожалуется кошечке на жизнь среди свиней.
Искусство — это способ плыть в темноте без компаса и маяка. Искусство — это способ висеть в пустоте и знать это наверняка. Искусство — это способ сходить с ума, превращаясь в себя самого. И если внутри пусто, то это и есть искусство. И если совсем пусто, то это само искусство. Спасибо. Скажи что-нибудь теплое. Ну вот, я хотел бы сказать, пожелать людям, чтобы они старались думать всегда своей головой, вне зависимости от политического, скажем так, от системы, которая в данный момент в государстве есть, которой приходится, к сожалению, подчиняться, мы вынуждены. Вот, и при этом, чтобы каждый думал своей головой, и все, это самое главное. Слышится стук очередной гильотины. Лысые красные дети учатся плакать. В белых картонных избушках, скрипящих от ветра. А те, что слушались папу, лежат ногами на запад. Их лица забыты, их головы вскрыты странным железным предметом. И новый начнет появляться сквозь дырочки в стенах. Из дырочек в стенах появятся новые люди, дети нового мира. Так будет! Так будет! И бритва гуляет по венам. Лысые красные дети готовятся к бою. Их лица невинны, но мысли окутаны мраком. Рабы все роют и роют, ветра все воют и воют. Вода испаряется, грязь превращается в легкое облако праха. И новый начнет появляться сквозь дырочки в стенах. Из дырочек в стенах придут новые люди, дети нового мира. Я верю, так будет. Спасибо. Thank you.